Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор поводков и струны фирмы Контакт. При ловле щуки неотъемлемым элементом оснастки является поводок. Это может быть как металлический поводок, например, из струны, там вольфрамовый поводок, титановый, так это может быть и поводок из флюорокарбоновой лески. Многие используют довольно-таки толстый флюорокарбон при ловле щуки в размерах 0,5-0,6 мм и толще. Я как-то к флюорокарбоновым поводкам при ловле щуки еще не пришел и по старинке использую поводки из струны. В основном пользуюсь поводками Контакт, так как они очень качественные. Выпускаются они в диаметрах 0,3 мм, это струна номер 1, и в диаметре 0,4 мм. Это струна номер 2. Ну и на упаковке у нас, соответственно, указано, из какой струны сделаны поводки. На этикетке вы также найдете длину поводка. Выпускаются они в размерах от 7 до 30 сантиметров. То есть можно подобрать поводок как для ультралайтовой ловли, так и для тяжелой джиговой ловли. Указан тест поводка. Поводки находятся вот в таком вот небольшом пакетике. Ну и давайте поближе познакомимся с поводком. Поводок сделан у нас из стальной нержавеющей проволоки. Имеет он очень качественную скрутку с обоих сторон. То есть, если вот так вот провести пальцами рук, то ничто не цепляется. Таким образом, я очень часто проверяю качество поводков. То есть, у вас плетенка не сможет там залезть в какой-то виток. Поводок достаточно легко открывается. Поэтому, когда я ловлю на поводки из струны, я не использую застежки. Вот. И легко все это дело закручивается. Все. Данные поводки очень надежные. Большим плюсом является то, что они довольно-таки бюджетные. И в пачке находится 13 поводков. Это у нас российская продукция, что немаловажно. Использую я поводки длиной в основном 15, 20, 25 сантиметров. Если вы ловите, например, довольно-таки крупные минохи размером, например, 100-130 мм, то рекомендую использовать поводки 20-25 сантиметров. Потому что если вы будете использовать небольшие поводки, то есть вероятность того, что щука у вас может срезать плетенку выше поводка. Был в прошлом году у нас случай с товарищем на соревнованиях, когда перед туром мы нашли точку, где была хорошая щука. Мы там ее на тренировке ловили. Ну и я ему сказал, чтобы он поставил поводок подлиннее. У него стоял поводок 20 сантиметров. Вот он сказал, этого достаточно. Ну и когда мы встали на точку, на очередном забросе, как бы поклевка, удар, срез. То есть 20-сантиметровый поводок оказался мал. Поэтому когда я ловлю на джиг, то чаще всего использую поводки в длине 20-25 сантиметров. То есть если рыба предстоит ловиться довольно-таки крупная, то ставлю 25 сантиметров и иногда 30 сантиметров. Опять же, большим плюсом является то, что у нас есть выбор по толщине, по диаметру поводка. То есть если мы ловим на небольшие какие-то миношки, то рекомендую брать эти поводки в диаметре 0,3 мм и там сантиметров 10-15 длиной. Таким образом, мы как бы имеем варианты как выбора по диаметру поводка, по длине. И это мне
Особенно нравится у поводков Контакт. Плюс великолепное качество, никаких нареканий. Все это подкупает меня и других рыболовов каждый раз покупать именно эти поводки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!